Хочу поделиться своими наблюдениями вот за эти 8 дней, что прошли, что я заметила. Я татарка, я обожаю чай, я без чая не могу. Я пью чай с молоком, могу без молока. Очень люблю чай на травах, здесь трав полно, пожалуйста, мята, чабрец, шалфея очень много. То есть иди собирай, отпивайся. Но чай вообще вот эти 8 дней... Одна чашка в день, и то не всегда. Я думала, почему? Я ж такая любитель чая. Вот кофе еще могу выпить 1-2 раза в день. Чай вообще не идет. Потом поняла, я же в горячих источниках хожу 2 раза в день. Я утром выпиваю 6 стаканов, ну, вернее, на утреннем рационе 6 стаканов воды за 1,5 часа выпиваю. И вечером, получается, я выпиваю 2,5 литра воды только на горячих источниках. Плюс еще я пью в номере воду. Поэтому я в чай не идет. Скинулся вес, потому что у меня есть шорты, которые я прям плотно, я еще думаю, как я буду в них. А они сейчас меня падают, я их даже не могу одеть, потому что они меня прям свисают. Все. Поэтому объемы ушли, вес уходит. Общее состояние очень хорошо. Вот если посмотреть внимательно, да, вот лицо. Я ничего не мажу, я набираю всегда кремы, шампуни, бальзамы, ничего не мажу, ничего не хочу, я просто купаюсь, стараюсь там открывать глаза, проморгать обязательно, ныряю без очков, плаваю, то есть очень мне нравится, особенно первый бассейн, тот, который зеленый, он такой солененький и чуть-чуть пахнет, но не сероводородом, немножко другой запах и вкус, поэтому не жалейте для себя денег, здоровья, профилактика, особенно здоровье, это очень важно. Особенно хорошо для тех, у кого проблемы с суставами. Потому что, ну, конечно, за 5 секунд у вас здесь все не пройдет. Нужна зарядка. Я вот сейчас с утра проснулась, сделала 2-3-минутную зарядку. Я ее показывала много раз для суставов. Потом делаю обязательно золотую рыбку. Здесь очень удобно, плитка. Просто кидаю полотенце, ложусь на него и вибрирую. И делаю... Все его называют тараканчик, но это упражнение для капилляров, которое от ниши. То есть очень рекомендую, друзья, ваше здоровье в ваших руках. Никто за вас никогда ничего не сделает. Никакая клиника, никакая больница, никакие родственники, друзья, жены, дети. Все в ваших руках. Будьте здоровы!